Это все решит Сергей Олегович, когда ему окажут медицинскую помощь. Мы с ним все обсудим. Вот я же поймите правильно. Вот, в пятницу должны были оглашать приговор. Возможно, он вышел бы уже в пятницу. Поэтому Сергей Олегович предполагает, что его непонятным причинам, вернее, ему понятным тем причинам, привезли с одного места заключения в другое, и там оказали на него физическое давление. Смысл его было возить. Его возили 4 года спокойно с одного места. Почему его вдруг вместо оглашения приговора повезли в СИЗО 27? И почему он сейчас находится здесь в таком состоянии? Есть вот задайте, вот вы, журналисты, задайте этот вопрос. Вот всем заинтересованным лицам. Прокуратуре задайте, задайте работникам СИЗО. Вот это будет вопрос по адресу. По-моему, я очень четко все сказал. Сергей, а куда вы теперь идете? Сейчас пойдем все. Больницу. Сначала ему окажут медицинскую помощь, и в зависимости от этого решился вопрос, где он будет находиться. А что с самочувствием у вас? Вот сейчас скорую вызвали, на что вы жалуетесь? Слушайте, у меня отбитая голова, я сижу, у меня в глазах, если честно, я говорю, то, что болит, сейчас я с глазом. У меня сердце болит. С 4 числа, сердечный приступ, мне только дают таблетки, на, пей, помочь не можем. Про разбитую голову мне сказали, что у тебя ничего нет.